Сегодня утром на обновленной московской набережной Чебоксар было необычайно оживленно. Руководители органов исполнительной власти, муниципальных образований, сотрудники медицинских учреждений, журналисты начали свой рабочий день с зарядки и пробежки на свежем воздухе. Для Михаила Игнатьева это традиционное начало дня. Каждое утро бегом или на велосипеде, или же роллерах он отправляется в поход за здоровьем. Ежедневные физические занятия повышают работоспособность и улучшают настроение, убежден глава республики. Утром на набережной Волги можно встретить немало горожан, активных сторонников здорового образа жизни. Этому особенно радуются медики. Такие люди меньше болеют. Сегодня коллектив республиканской детской больницы тоже вышел на пробежку. Доброе утро! Доброе утро! Велопрогулка, скандинавская ходьба, катание на роликах. У глав муниципалитетов сегодня был большой выбор. Движение – это жизнь. И такая зарядка действительно заряжает, отметили многие из них.